Товарищ собрался со мной в Walmart. Вместо йоги поедем в Walmart покупать для домашнего хождения. Старые выбросили шлепки, чтобы дома ходить. Дурачка изображает. Команды нет. Я рассчитывала, что мы пойдем гулять, но все-таки у Даниила самочувствие. How are you feeling? Feel. But you're afraid to walk, yeah? Outside? What do you mean? You say that. Who's afraid to walk? Storm. The... Why don't you want to walk? I walk. What are you talking about? I don't want to walk. Well, if I walk nonstop. In house? Who gives a shit? Walking is walking. Whether I walk on a treadmill. Не хочет на улице гулять, как я дома хожу. Видите уже. For some reason, Dana. Yeah. Doctor say walking around. Yeah, she also said if you had a treadmill, that was fine too. But you don't have treadmill. So I walk around inside the house, same thing. Not same thing. But instead of 5 minutes three times a day, I do 30 minutes all day. Where were you at 4 o'clock this morning when I was walking? Да, ты пока спала. Спала, он уже говорит, очень много находил. Гамса, мы по поводу того, что я считаю, что ходить по дому и ходить на улицу это разные вещи. Или на тредмиле. Это на дорожке. Поспорили мы, пока ехали, но говорит, не хочет, чтобы влажность легкие попадала гулять на улице. Сегодня вот хорошо пока сейчас. Тут, наверное, закрыто еще рано. Приперлись 8 часов утра. Такое маленькое объявление написано. Куда заходить? Цветочки посмотрим. Раз уж пришли. Здесь только эти. Печки, грили. I'm looking flowers, not so many. Для больших, видите, бэк-ярда. Сидушечки с подушечками. Намока... Понимаете, влажность они же впитывают. Я прекрасно без сидушечек сижу. Ну вот, Данилке прогулка будет в магазине. Пусть идет как можно дольше. О! А! Для папочек. Daniel, you see, half here, small portion, да вот, we buy for Sochi. Mm-hmm. Oh. Mm-hmm. More expensive? And they got your other ones here too. Yeah, this I see already, but this not маленькие. Сейчас сделаем обзорчик. What is it? You need for your leg? Wait. This is it? For dog. For dog. Why they put it around the dog? О, для прохлады. Потому что желе. Ой, господи. Чтоб собачке было не жарко. Все знает. I say, you know everything. What are you looking for? I'm looking for a chair massager. You know, like you used to have for your car? Ah. No, you don't see? You see the only half small one? That's the only ones I could find. Even don't have any before.
All right. Here 4 times a day. Oh. This is not bad. For you? Need, it's two. It's better for me. Easy for me fill out. Monday, Tuesday. Ты что, для прикола такие смешные микроволновки под старину? С утра народу здесь сейчас практически нет, поэтому выгуливается Данилка, видите, с колясочкой. Каких только нет пылесосов, роботы. Нам сейчас не до роботов. Small one. You want? What? Bicycle. Like that? Yeah. Yeah. I ain't got 500 bucks to spend. У нас был хороший. Все пораздали. Был у меня трамплин. Прыгала я. Тоже потом отдали. Машины хорошие были такие, знаете, настоящие. Беговая дорожка. И велосипедная, педальная такая. Ну, мне надоело. И я... Вот, пожалуйста, вам тут упражнение. Для stretching, you see here, the different exercise. Присматривается. Раздали машину, не думали, что пригодятся ему. Сейчас бы потихоньку крутил бы педали-то дома под кондиционером. Видите, тут теннисные мячики, ракетки. Помню, какие-то дорогие, дочери заказывала. Все было дефицит 90-х. 600? 600 долларов. В собранном виде. Это у нас, так сказать, прогулочка вместо улицы. О, велосипеды появились, то помню. Пустенько было. Но все равно он наверху пустенько еще. Все яркое такое, видите? Так, медленно приближаемся мы. К обувному отделу. Тут пошли совсем домашние такие. Ничего советовать не буду, у него специалисты насоветовали ему, только спорить со мной. Что-то посматривать на такие. I don't know what you're looking for. Something like this, the bar that pull on and pull off for hours. It's good. I think you have to try. Yeah, we need to find my size. И привлекает меня. Так, 10. 10.
Как-то его размера не вижу. Мне коричневые понравились. Ну, это... Вот. Скетчер. Оставь white is good. No, are they something that yes, no? Try what? On? Yeah. Okay. So they got them in the gray too. Gray? Well, 8.5, I don't see gray. Yeah, right there. Don't have your size. I look. Посмотрим. Кошленчик. Музыка для веселья тут. О, блин, чихает, чихнул. You need help? Чтобы шнурки, знаете, не завязывать, чтобы шнурки не болтались. Проверяет. А? No support. No support. Говорит, нету суппорта. They only got monkey size shoes. Monkey, маленькие. Нашел 8.5. Маловато. Small? Okay, maybe try 9. Yeah, that's what this side? 9. Feel better? Yeah. Проверяю. Все привязано же. Ну вот, выбрали. Тут резиночка, видите? Без шнурков, чтоб. Надежная подошва, все. Вот одевать, ходить. Тяжеловатая, но ему сейчас надо тяжелое носить. Тетенька уже пришла, тут подобрала все. Я что-то настаиваю на коричневых. Черные так надоели мне. Посмотрим, как подойдут вот этот 9. Комбинезончики. О, стретч. Тянутся, растягивается. $12. А вот и платьишко. $14. Ого, ничего себе. Рукава с бахромой. Такой моды я еще не видела. Тоненькие, тоненькие. Летние такие. За арбузом пришел. Привел меня, вернее. 3.97. Что-то совсем плохо сегодня ходит он. Все-таки простуда, видимо. Видите, все равно взял крем-соду. Я взяла арбузы для кофе, молоко. Спрашиваю, говорю, простуда тебя. А, говорит, головокружение больше у него. Я? Иван? Садись, говорю, на эту мотоцикл. Вот.
is? I'm one of the patients that I don't want people to help me. I want to be able to do the stuff myself like I used to. Uh-huh. She says, that's my problem. And she says, unfortunately, you can't do the stuff like you used to, and you get angry about it. Да. She says, упрямый. I'm one of those types of patients. Упрямый, говорит. Медсестра его похвалила, говорит, делает, не может, но делает. Говорит, и плачут. Другие пациенты. О, хотят умереть. А Данилка нравится им, потому что он от боли. Entire time I was in the hospital, I was joking, having fun. Uh-huh. They got cut my chest open. And I said, stop. Разрезали, говорит, мою грудь. Можно сказать, выгуляла, но с коляской. Видите, идет. Расстояние длительное. Что такое, как вообще? Ноги тащит. Короче, Данила беспокоит защемление нерва в бедре. И он еще, когда в армии говорит, был, то делал иглоукалывание, помогало. И вот сейчас мы проехали мимо клиники, хотим зайти, узнать, сколько стоит. Нашли клинику, но что-то, говорит, машину все складывают, говорит, может, уже, говорит, закрыто. Healing Point Acupuncture. Ух ты! You have to check temperature. Тут все натянуто. Ух ты, сколько у нее тут препаратов всяких. Натуральных. Запах хороший. Все расписано, разнумеровано. Музычка, видите, какая. Недалеко от нашего дома, кстати. Занесли его на завтра в 3:30 Данилка у меня придет. How long procedure? An hour. Час будет она его лечить иголками. Entire surgery. I said, wouldn't that be cool if I walked in the middle of the surgery? Like, hey, doc, are we done yet? He looked at the surgeon and said, hey, can I help? Sugar vaccine. They gave him a heart attack. He said, I had to watch your entire surgery for 6 hours for you to do me. And as usually, once you're out, you're just lying on the floor. So he constantly kept trying to come out. And he's like, you were okay. Здоровая пища. Рыба. Salmon. И уже дорезаю салат. Чтоб Даниэлу было что. Сама сейчас поем. Такая фиш у нас. Рыбка красивая получилась. Ой, вот здесь вон. Она пуханка. Thank you.